сыграть вдвоем в пленте. Ну, видимо, счет все равно дает о себе знать, и матч непростой. И ребята из Форс принимают решение уходить с точки Б. Начинается у нас атака в сторону А. Фейскрак делает первый фраг по Бумычу. Есть ответка от Джинки. Но в больших песках находился еще и Кибакин. Делает три офигительных просто фрага. Это квадрокил в исполнении Антона Колесникова. И Waterfall нахуй еще заходит к нему. И это пятый фраг. Что же сейчас было? Они просто падали и падали. Падали и падали. Как дождь.